Саря, представляешь, что Артем сейчас стоял где-то на улице в Симферополе, а ведь по этой улице могли ходить настоящие звезды, ходить своими звездными ногами. И ходят, но дело, но не у нас пока что, а в других крымских городах. Например, Олег Газманов. Те, кто не знает, сейчас он находится в Крыму со своим гастрольным туром. И, кстати, обрати внимание, сейчас у нас идет дождь, а это все почему? Потому что он ясные дни забрал себе, а, видимо, хмурый все-таки вернул судьбе, и в том числе нам. Поэтому такая погода. Именно Симферополю, потому что сегодня Олега Газманова нет в Симферополе. Но о том, какие у него планы на Крым, как проходит его гастрольный тур, я предлагаю посмотреть в моем сюжете, потому что мне удалось поговорить лично с певцом. Звездой. Да. Главный ЕСОУ страны, человек, который все ясные дни оставляет себе снова на крымской земле. Все верно, речь идет об Олеге Газманове, и он снова даст свой концерт под названием «Жить так жить». Эта программа посвящена 50-летию музыкальной карьеры певца, и сегодня нам удастся с ним пообщаться. Че, поехали по схеме, камень дороги. Народный артист России 23 ноября этого года отметил полувековой юбилей своей творческой деятельности. Сейчас на счету звезды 19 альбомов и еще больше хитов. Я думаю, у каждого человека есть своя любимая песня Олега Газманова. Давайте в этом сейчас убедимся. Здравствуйте. А скажите, какая у вас любимая песня Олега Газманова? Исаул. А можете ее напеть немножко? Исаул, Исаул, та-да-да-да. Да, да, вот это. Очень люблю ее. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Эти песни покорили сердца миллионов, но сегодня знаменитость вспоминает, как непросто давались ему первые шаги в музыкальной карьере. Хоть он и пел на всех школьных концертах, свою жизнь все-таки планировал связать с наукой. Но, как бывает часто, все решила неразделенная любовь. Я влюбился, и у меня шансов не было, потому что мои соперники... У нас не было. У меня не было шансов вообще никаких. Мои соперники были и постарше, и покрепче, и поумнее, в общем-то. Вот. Но в итоге я стал играть на гитаре, она стала обращать на меня внимание. В этом году певца принимают 5 крымских городов. На концертах прозвучат как новые композиции, так и проверенные временем песни. Выступления состоятся даже несмотря на то, что музыкант прилетел с высокой температурой. Видимо, что-то так мы подустали, особенно я. Дело в том, что такой был сложный перелет. 2 года осталось до 70, там посмотрим. Но вообще мне это все нравится. Нравится доставлять людям удовольствие. Даже не столько это тяжелая работа, конечно, наши все переезды. Вместе с Олегом Газмановым круглую дату отмечает и Валентин Лёза. Бас-гитарист уже 30 лет аккомпанирует своему именитому коллеге. Он очень способный. Я считаю, талантливый, конечно. И тексты писать, и песни – это очень тяжело. Это не каждому дано, это вот ему, видимо, Бог дал. Сегодня Олег Газманов даже не думает останавливаться. Несмотря на возраст, он продолжает исполнять на сцене свои коронные прыжки, разъезжать гастролями и выпускать новые альбомы. Ведь как он сам поет, нужно жить и не тужить. А значит, певец будет радовать нас еще как минимум полвека. Салия Салямова, Алим Велиев. Утро нового дня.